Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Харвинс ван Рейн Рембрандт. Портрет старушки, 1654 год, холст масла 74/63. Величие и глубина таланта Рембрандта раскрылись особенно полно в его позднем творчестве. В этот период в портретах художника проблемы духовной жизни человека обретают все более глубокую философскую трактовку. Портрет старушки отличается особым психологизмом. Горькое одиночество сквозит в согбенной фигуре, наполовину поглощенной мраком. На лице печаль далекого воспоминания, словно вторя движению чувств и мыслей старой женщины, свет тлеющих углей в жаровне беспокойно скользит по лицу и одежде, угасая в глазницах под сенью платка в почти непроницаемом фоне. И одновременно напряженно нарастает в картине звучание красного цвета, общий красновато-коричневый тон живописи и пронзительность вспыхивающих алых мазков на бордовом платке сообщает портрету теплоту и проникновенность. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Портрет старушки», автор Харвинс ван Рейн Рембрандт. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.